Никто не знает, как возникает любовь между мужчиной и женщиной. Но однажды она обязательно приходит. Любовь – это дар. Любовь – это избранность. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь – это дар Божий. Путь, по которому должна идти истинная любовь, это оставаться самим собой, заботясь о том, за кого ты теперь в ответе. Ведь любовь – это ты, потому что любовь – это я, потому что любовь – это вместе навсегда. И да будет так. Мама – это наша самая первая любовь. Совсем маленькими мы это чувствуем. Чувствуем через ее сердцебиение, голос, улыбку, руки. Благословенны мамины руки. Они приносят покой, они снимают жар, они прогоняют ночные страхи, и они так ловко завязывают шнурки. Они кормят, они гладят наши штанишки и сарафанчики, в которых мы побежим на наши детские свидания. И они это знали. Мамы всегда знают все наши секреты. И когда мы побежали на наше самое важное свидание в жизни, они это тоже знали. И это так. Потому что это мама. А мама – это любовь. Мой любимый сын, как быстро пролетело время. Ты стал взрослый. У тебя сегодня новый жизненный этап. Ты женишься. Создавая новую семью, будь мудрый, люби и цени свою семью. Всегда вспомни наши советы. Мы с твоей папой будем любить тебя, всегда гордиться тобой. Будь счастлив. Мы тебя очень-очень сильно любим, мой сын Тигран. Первый ребенок своим появлением превращает двух людей в маму и в папу. И только тогда рождается семья. Первый ребенок – это учитель, хотя он и сам еще ничего не знает. Он учит любви и требует внимания и тепла. А взамен – бессонные ночи, памперсы, первые зубки. Шутка. Ребенок – это любовь и нежность. А с появлением младшего братика любви и нежности становится еще больше. Старшая сестра – это вторая мама. Значит, младший брат получит двойную порцию любви, внимания и нежности. Значит, шишек и синяков – в два раза меньше, а игрушек и конфет в два раза больше. Создавая свои семьи, старшая сестра и младший брат всегда будут привязаны друг к другу. Потому что любовь и потому что нежность. Сестра – это нежность. Дорогой мой брат, поздравляю от нашей семьи с этим счастливым, светлым днем. Уверена, что у тебя все получится, у тебя будет крепкая семья. Желаю тебе безбрежного счастья, любви и цени. Мы любим вас, счастья вам. С кем можно бежать на перегонки, хулиганить, делиться мальчишескими секретами? Не с папой, с ним не похулиганишь. И не с мамой, с ней не побегаешь. И не с сестрой, кое-чего ей точно не расскажешь. С другом, а если твой верный друг – это твой брат, то это значит, что у тебя две головы. Два сердца и четыре руки, потому что брат всегда рядом. Брат всегда поддержит. Брат всегда за тебя. Брат – это ты, потому что брат – это верность. Тигжан, брат мой, я сегодня здесь для того, чтобы тебе помочь хоть чем-то. Я рад, я счастлив, что ты мой брат. Я искренне поздравляю вас с Гуариком. Желаю вам счастья, любви и крепкого здоровья. Я вас люблю и вас поздравляю от всей души, мои дорогие. Сын подобен руке отца своего. В глубине сознания ребенка существует неизбежная истина.
Он – сын своего отца и его продолжение, проекция его личности. Отец и сын – это два разных человека, но это одно целое. Отец дает нам силу и защиту. Именно он является опорой и центром семьи. Это и тяжелый груз, и большая ответственность. Показать мальчику, что значит быть мужчиной, что значит быть сильным – это самая большая привилегия, данная отцу. И самый большой подарок, который отец может сделать сыну. И это так. И поэтому я хочу быть как папа. Потому что папа может все. Потому что папа – это сила. Игорь, ты мой гордость. Поздравляю тебя с праздником большим. Желаю счастья и всего хорошего. Я всегда с тобой.